Очередной удар для Любови Успенской. Как известно, отношения знаменитой певицы с дочерью всегда были натянутыми. Андрей Малахов приложил немалые усилия для примирения звездного семейства. Но, как стало известно, отношения далеки от идеала. Подруга Любови Успенской рассказала журналистам, что вчера вечером певица звонила ей и в слезах рассказала о подлом предательстве дочери. Как известно, Успенская активно поддерживает действия России в Украине. А вот живущая дочь в Америке имеет совсем иную позицию. Любовь позвонила дочери в Америку и предложила вернуться в Россию. По телевизору она слышала, как там небезопасно, как мерзнут и голодают люди и беснуют ЛГБТ. Дочь Татьяна Плаксина ответила, что мать выжила из ума, пересмотрев телевизор. В Америке люди как жили, так и живут. Бензин здесь стоит дешевле, чем в России. Средняя зарплата $3000, при том, что продукты стоят одинаково. Здесь пенсионеры не лазят по мусоркам в поисках просрочки. Они путешествуют, имея достойную пенсию. Сейчас я нашла интересную работу дизайнера и не собираюсь возвращаться в Россию. Там у меня будущего нет. Тогда Успенская в порыве эмоций назвала дочь предательницей, перешедшей на сторону врага, и сказала, что заберет все купленное ей имущество в Америке, намекая на дорогую недвижимость. Но дочь ответила, что недвижимость оформлена на нее. Так было сделано, чтобы уйти от налогов. Сейчас именно она хозяйка дорогого дома и трех квартир. Она может сдавать 3 квартиры в Нью-Йорке и припеваючи жить в дорогом особняке в теплом Майами. Здесь она чувствует себя свободным человеком. Россия – это страна для депутатов и чиновников, а не для простых людей. И именно такую же позицию высказали дочери министра иностранных дел Лаврова и артиста Машкова, дети которых проживают в Америке и не собираются возвращаться обратно в Россию.